Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Карина Цонина, и хочу вам рассказать о чудо-эффекте. Куда же я попала? Я попала к Олегу Гудвину, город Москва. И пришла я с проблемой онемения пальцев. И, собственно, у меня на МРТ выявили такую проблему. В общем, мне нужно было поставить позвонки на место, шейные позвонки. Вот. И фактически я пришла, мне было больно везде. Вот. Я понимала, что нужно что-то с этим делать. И Олег сделал чудо. Вот, поэтому, конечно, я сейчас после сеанса, и я до сих пор прихожу в себя, вот, и чувствую себя окрылённой. Я хочу поблагодарить Олега за проделанную работу, и, конечно же, я обращусь к нему еще раз, и не один раз, и хочу сказать о том, что он прекрасный человек, мануальный терапевт. Можете называть его как угодно. После первого сеанса для вас он будет, может быть, обретет какое-то новое название. Вот. Для кого-то, может быть, он врач, для кого-то терапевт, для кого-то мануальщик, для кого-то костоправ. Это уже вам, наверное, решать, с какой проблемой придете вы. Поэтому хочу вам пожелать. Хочу сказать, что после первого сеанса, так как у меня были, ну, онемение пальцев, у меня болела вот эта часть, покажу, вот эта часть, и здесь позвонки болели, да, и шея, вот, и уже после первого сеанса я сейчас себя чувствую просто прекрасно, я не чувствую той боли, которая была, и в позвонках, то есть Олег вытянул мне позвонки, и пальцы сейчас приходят уже в норму, я уже не чувствую такого онемения, как было, когда я пришла, и, конечно, нужно время для того, чтобы они, ну, восстановились, наполнились кислородом там, да, в общем, эффект налицо с первого сеанса, поэтому, дорогие мои, если у вас есть какие-то проблемы вообще с вашим организмом, вы нуждаетесь в массаже, вы нуждаетесь в данной терапии, и, возможно, вы услышали сейчас те проблемы, которые вас волнуют, обращайтесь к Олегу Гудвину, мой вам совет. Всем хорошего дня, вечера, ночи, пока-пока!